достаю из широких штанин то, что прятал там долгие годы. Я извлекаю на свет паспорта для братского, блин, народа. Сейчас паспорта выдают только так, румыны и прочие шведы. К примеру, с утра ты был шустрый поляк, стал медленным финном к обеду. Что может быть лучше таких паспортов, когда их дают на халяву? Мне кажется, это уже перебор. Да, вроде имеет право. Помните все, как я выгрыз Крым своего во время правления. Теперь я выгрызу из ДНР 2/3 ее населения. Получите право меня избирать, владеть пенсионными крохами и право для тех, кто начнет возникать, Росгвардией быть отмудоханным. А я достаю из широких штанин шоколадку, пардон, авторучку. И как президент, и как гражданин ставлю вот тут закорючку. Я долго вынашивал этот закон, 3 года ходил им беременный. Я их языку ставлю жесткий заслон. Талантливо и своевременно. Я русский язык перестал понимать. Давно, на прошедшей неделе. На нем невозможно читать и писать, и с бабой общаться в постели. Зачем запрещает он русский язык? Просто поддерживать мову. Он русский забыл бы только за то, что им разговаривал Вова. Зеленскому дал бы такой я совет. Сожми в кулак помидоры, не смей ползти на коленях. Нет, в Москву на переговоры. Мы выступаем синхронно, вдвоем. Чтоб жизнь не теряла интригу. Зеленскому мы из штанов достаем огромную смачную фигу. А что это все достают из штанин? А можно я тоже достану? Чего это я не доставший один? Я с вами дружить перестану. Похоже, спектакль заходит в тупик. В буфете сейчас наливают? Давайте чуть позже, ведь будет антракт. Антрактов у них не бывает. Подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте делиться. Надо. Надо обязательно делиться.